Весна, прекрасный сад, зеленые лужайки и море цветов. Третий большой свадебный фестиваль организаторы посвятили поиску новых форматов и необычных мест для проведения торжества, вдохновению от красоты старинных особняков, стройных деревьев и благоухания цветов. Особую атмосферу создают неотразимая природа ботанического сада и нежный декор каждой локации. Такие красивые проекты, как Great Wedding, им место как раз в ботаническом саду, потому что они не то что не портят, они только подчеркивают красоту ботанического сада. На фестивале можно выбрать себе сразу организаторов, декораторов, выбрать себе свадебное платье. Фактически можно всю свадьбу себе организовать прямо на фестивале. Зоны воркшопа, мастер-классов, развлечения для детей и выступления музыкантов под вековым деревом. Организаторы продумали все до мелочей. На фестивале, когда мы распределяли места, мы советовались с ботаниками, с работниками ботанического сада, какие цветочки нужно сохранить, где нельзя наступать. На нашем фестивале работает группа волонтеров, которые направляют и гостей, и участников для того, чтобы сохранить ценные растения, которые расположены на территории ботанического сада. Фестиваль собрал дизайнеров и стилистов, флористов и фотографов, ведущих, музыкантов и других представителей свадебной индустрии. Всего порядка 80 участников. Каждый тщательно следит за новинками и предлагает гостям только самое лучшее. Мы себя вообще позиционируем как воздухоплаватели. Хотя наши воздушные шары и дирижабли не поднимают никого в воздух, но на самом деле, фотографируясь возле наших фотозон, люди буквально поднимаются от радости в воздух и летают просто от счастья. Нежнейшие свадебные платья одесского дизайнера Анастасии сделаны вручную, индивидуально под каждую невесту. Представлены на фестивале также свадебные торты и другие сладости необычных форм, с бабочками, разноцветными шарами и многообразием начинок, от миндальной до лавандовой. В зоне Боха будущим молодоженам помогает преобразиться, используя свадебные традиции народов мира. Это просто прекрасное место для профессиональных фотографов, не очень. Вот можно очень хорошо, тут столько улыбок и всего разного. Мне очень нравится то, что проводится именно здесь, в ботаническом саду, потому что здесь очень красиво и располагает обстановка. Собранные от продажи билетов средства организаторы направят на реставрацию ландшафтных объектов ботанического сада. Нашей целью является сбор благотворительных средств. Все средства, вырученные от продажи входных билетов, будут направлены на восстановление большой пальмовой оранжереи, которая сейчас в критическом состоянии. Для того, чтобы ботанический сад смог открывать свои двери для жителей нашего города, для этого он должен быть сохранен в первозданном виде. Мы подключили к этому благому, как нам кажется, делу всех участников фестиваля. Организаторы надеются, что уже скоро ботанический сад преобразится и станет настоящим садом любви, вдохновения, гармонии и одним из главных зеленых достояний города.